все эти годы, ну, как бы инициатором проведения этого праздника является вот как раз наша кафедра, потому что это праздник для ныне действующих журналистов, это праздник для тех, кто учится этой замечательной профессии, и, конечно, тех, кто учит. По сути дела, кафедра журналистики, она флагман журналистского образования в нашем Нижегородском регионе. Она первая начала подготовку журналистских кадров и уже, ну, более 30 лет назад. Это очень важный праздник, но в первую очередь мне в этот день очень хочется поблагодарить наших коллег, которые помогают нам в образовательном процессе. Именно их участие делает наше образование и качественным, и современным, и наши дети готовы к работе, потому что очень много специалистов, которые работают по профессии, они у нас и читают мастер-классы, и преподают спецкурсы. Хочу поблагодарить университет Лобачевского и лично Ольгу Николаевну Савинову за сохранение традиций и организацию таких вот рождественских, праздничных, новогодних встреч с коллегами из журналистского блока нашего замечательного города Нижнего Новгорода. Любой праздник – это элемент условности. Самое главное, что у нас в сердце, что у нас в душе, а это любовь к слову, любовь к печати, любовь к русской литературе и журналистике. У нас много газет, печатных изданий. Вот они выходят и их читают. Конечно, интернет, может быть, перебивает печатные версии СМИ, вот, но и то, и другое существует, и я думаю, что будет существовать. Многие газеты сейчас развивают сайты, свои соцсети, свои аккаунты в соцсетях. В ближайшие годы все равно печатные СМИ, у него будет свой читатель, потому что многие люди, я вот сам люблю читать газету, мне нужно вот именно ощущение бумаги в руках. И таких достаточно много, кто любит читать с печатного листа, а не с экранчика там монитора. Естественно, кафедра журналистики в ННГО, она дала не только важные теоретические знания, которые помогали мне в моей, помогают до сих пор в моей работе журналиста, но и, например, различный бэкграунд в каких-либо сферах, в сфере истории, политики, экономики и умение выкручиваться в различных ситуациях, как, например, на зачетах в университете. И я благодарна университету за те знания, которые мне он дал и до сих пор продолжает давать, потому что я заканчиваю аспирантуру, это мой последний год. Надеюсь, я получу научную степень. Все начиналось с печатной прессы, поэтому и радио, а потом телевидение – это как часть того журналистского сообщества, поэтому, конечно, мы тоже это воспринимаем как свой профессиональный праздник. Вот. И понимаем, насколько сегодня сложна миссия нашего журналистского сообщества с учетом тех вызовов, которые стоят. Поэтому сейчас вопрос не в том, как делить этот праздник, а как, наоборот, консолидироваться благодаря этому празднику для того, чтобы отстаивать какие-то правила, принципы журналистики, которые важно и нужно сегодня отстаивать. Все, что напечатано, вызывает интерес и просто читательский, и профессиональный. А другое дело, что, наверное, для большинства из нас, как во всем этом мире, это напечатанное ушло в цифру. Да? Все-таки живые газеты, живые издания, хотя вот с книгами я бы не стал сравнивать, книги – это отдельная история. Да. А что касается печатной прессы, да, безусловно, мы за коллегами внимательно смотрим, наблюдаем, делаем выводы, но еще раз говорю, смотрим это все-таки через монитор. Я очень рад вас видеть спустя несколько лет, в 2020 году. Я крайний раз присутствовал на нашем мероприятии. Оно у нас с вами проходит в разных корпусах университета, и в медиацентре был, и периодически здесь, и на кафедре, конечно же, и в точке кипения. Неизменно вы приходите в таком большом количестве, находя в своем плотном графике, как производственном, так и праздничном, потому что не только мы проводим мероприятия, время
для того, чтобы прийти в университет. Большое вам спасибо. Это действительно дело жизни, которое объединяет. Нас всех объединило, собственно говоря. Я с глубочайшей благодарностью вспоминаю время работы и на кафедре, и студентам сначала учебы, и преподавателям затем. И, конечно, благодарен судьбе, как, наверное, каждый из нас с вами сегодня, за то, что она подарила такую возможность работать в журналистике, быть интересными, интересоваться тем, что происходит вокруг. Это что еще за бумажки? Куранты как-никак, царь-батюшка. Отставить куранты! Я новую газету учредить хочу. А назовите ее «Ведомости», чтобы людей уведомлять. Молодец, служанка. А я всегда говорил, что просвещение идет на пользу государству.